Онежская верфь подписала контракт с домен на постройку дреджера проекта TSHD-220. Судно будет построено по заказу Росморпорта в Петрозаводске и станет шестым земснарядом, выполненным по проекту голландской компании. Поставка судна назначена на 2019 год. Концерн Калашников планирует завершить сделку по приобретению 100% доли верфи братьев Нобель в первом квартале 2018 года. Концерн уже имеет долю в судостроительных предприятиях Рыбинская верфь и судозавод Вымпел. Амурский судостроительный завод объявил конкурс на работы по подъему затонувшего теплохода Георгий Седов. Стоимость 16 миллионов рублей. Судно затонуло в акватории верфи в апреле прошлого года. Тогда его хотели продать за 8 миллионов. В Санкт-Петербурге на газовом форуме представили катер на воздушной подушке с двигателями на газе. Домен представил на этой неделе видео нового судостроения «Суперяхт».